В Нерюнгринском районе проходят дни Министерства спорта республики. Задача – оказать материальную поддержку и методическую помощь району в области физкультуры и спорта, рассказывает Василий Посельский. Четырьмя рабочими группами численностью более 70 человек сегодня охвачены все населенные пункты Нерюнгринского района. Регион с мощной спортивной базой. Прекрасные бассейны в дошкольных учреждениях, в школах, производственных коллективах. Есть великолепный центр спорта, спортивные школы. Район ориентируется на перспективу. Конечно же, это в первую очередь обмен опытом, очень хорошим опытом, потому что люди, приехавшие к нам, это профессионалы своего дела. Мы понимаем, что спорт для детский спорт, спорт для молодежи, массовый спорт, он важен нам для того, чтобы мы были крепки силой, чтобы мы были крепки духом, чтобы мы были крепки здоровьем. Особенностью нынешних дней Министерства спорта стало объединенное проведение дней совместно с министерствами по делам молодежной политики и по развитию институтов гражданского общества. Квалифицированные специалисты дают практические советы и методические рекомендации. Школы с каждым годом у нас растут, количество детей увеличивается, дети с большим желанием посещают нашу секцию хоккея. Вот буквально последние результаты тоже приличные. На Дальнем Востоке достойно выступили. Сегодня вернулась команда у нас «Энергия» 2007 года со вторым местом с первенства Дальнего Востока. Республиканский десант спорта послужит толчком развития физической культуры и спорта. Дни Министерства спорта продолжаются. Василий Посельский, НВК Саха, Нерюнгри.